Всем привет! Привет, кто зашел сегодня ко мне на канал в гостях у Павловны. Пока я была на работе, муж сварил борщ. Вот из такой заготовочки. Небольшую кастрюльку на курином бульоне. Мы такой супчик едим. Использовала заготовку на зиму. Ну а я быстренько сейчас сделаю пирожок к чаю. Очень простой и очень вкусный. Так. Что я для этого взяла? Я взяла стакан майонеза. Да, калорийный будет немножко пирожок. Но что делать? 2 яйца. У меня была заготовочка, которую я с утра делала. Сейчас уже это остыло. Это жареная капуста с морковкой, с луком. Добавила замороженный укропчик. Вот такая заготовочка для пирога уже, потому что у меня в задумках было испечь такой пирожок. Так, здесь у меня мука. Рецепт будет, как всегда, в описании под видео. И молочко. Так, еще соду загашу. Ну все, я приступаю. Сейчас майонез смешиваю с яйцом. Добавлю сюда 0,5 стакана молока. Как говорится, и стакан после майонеза ополосну. И все хорошо размешаю. Добавила 0,5 чайной ложки гашеной уксус. Соды гашеной с уксусом. И все хорошо размешиваю. И буду добавлять муку. Просеянную муку. Все потихоньку, постепенно, чтобы тесто получилось как на жидкие оладьи. Рецепт этот простой. У каждой хозяйки много таких рецептов, и каждый по-разному делает. Вот у меня сегодня такой вариант. Муки я взяла 6 столовых ложек. У меня не получились такие с горкой. Вот такое тесто получилось. Так, ну что, духовка у меня нагревается до 180 градусов. Сейчас буду выкладывать тесто. Для этого я буду использовать вот такую форму. Буду застилать пергаментной бумагой. Бумагу скомкала предварительно. Все, сейчас буду тесто выливать. Вылила половину теста и сейчас буду капусту. Бумагу подрезала по форме, чтобы не горело при выпечке. И буду сейчас капусту добавлять. Начинки люблю, когда много. Я люблю капусту. И сейчас буду вторую тесто половину выливать. Духовка нагрелась. И на 40 минут отправляю пирожок в духовочку. Вот такой пирожок у меня получился. Проверила шпажкой. Все вроде бы нормально. Около 40 минут выпекался, потому что я поставила часы на 30 минут и потом еще добавляла. Маленько здесь вот разорвался, но это от того, что начинки много. Но ничего страшного. Сейчас остынет и разрежу, посмотрю, что там внутри. Обожаю такие заливные пироги. Вкуснятина, начинка может быть любая. Здесь могут быть и обжаренные грибочки, и замороженные ягоды. Я как-то делала даже и фрикадельки, заливала таким тестом. Очень вкусно. Посмотрите, тесто вот такое ноздреватое. Мяконький. Сначала, когда вытащила, пирожок был такой твердый. Ну, под салфеточку сделала. Он сейчас обмяк, мягкий верх такой. Очень вкусный пирожок. И простой. Всем до новых встреч на канале в гостях у Павловны.